Здравствуйте. Спасибо за возможность выступить на зографских чтениях. Голубые лотосы санскритской лексикографии. В прошлом году Александр Михайлович Дубенский после своего доклада заговорил про лотосы, и я решил, что в этом году я посвящу свой доклад ему, потому что он занимался, в частности, именно тем, что пытался соотнести какие-то названия, в частности, растительности, с какими-то биологическими видами. То есть, и рассказал, что лотосы синими не бывает, что лотос, голубой лотос – это неточное название и, безусловно, ошибка. И я хочу поговорить о таких ошибках, о таких вещах, которые существуют в словарях, но которых нету в жизни. И вот эти ошибки кочуют из словаря в словарь. И на самом деле несколько докладов уже в этом году так или иначе касалось разных ошибок. Ошибок, в частности, слов, которые возникают ниоткуда. Вот о таких словах я и предлагаю поговорить. С прошлого года было много что сделано в рамках оцифровки. Я работаю над созданием вместе с Анатолием Артеменко, созданием параллельного корпуса. И мы занимаемся оцифровкой, и там неизбежно возникают какие-то ошибки. И в прошлом году я допустил некоторую косноязычие, не разграничив ошибки в бумажных книгах от ошибок в электронных файлах. И тем не менее, ошибки бывают эти не менее забавными. Так у нас вместо мужей храбрецов получились уже храбрецы. Простите, если недостаточно четко это разделил. Корпус пополнился Рамаяной и всеми доступными в переводе книгами Махабхараты на русский язык. Помимо этого, в словаре ГРАС появились ссылки на Атхарваведу, как и приобщенный в режиме Simple. Соответственно, можно ввести какую-то чепуху, а получить вполне санскритское слово. На сайте кёльнских словарей появились в словарях Мане Вильямса и в петербургских словарях. Помимо Риведы и Атхарваведы, ссылки ведут на текст по ним. И вот мы видим пример такой перелинковки корпуса словаря. Ну и следующий шаг будет грамматика. То есть мы попытаемся в рамках Кёльнского университета объединить эти три сущности. Бывает так, что слово есть, а что оно означает, непонятно. В 1871 году был издан альбом «Nonsense Botany», в котором было «Polybergia singularis», «Botlephorchia spunifolia», «Tigerlia terribilis» и «Armchairia comfortabilis». Значит, это было всего лишь 150 лет тому назад, к нашему времени эти растения утеряны. Значит, и мы ничего не знаем о их дальнейшей судьбе. Растения, которых мы не знаем, достаточно много. В частности, непонятно, за каким оживляющим растением мчался Хануман. И в 16 году правительство Уттаракханда грозилось вложить 250 миллионов рупий, чтобы найти эту мифическую траву Самдживани. То есть, получается, трава есть, точнее, имя есть, а если трава, точнее, может быть, даже и трава есть, но мы не знаем, какая. Поэтому это не только интересно с точки зрения лексикографии, интерес шире. Это напомнило мне Генри, у которого есть настойка воскрешения больных. В склянках была не только вода. То есть оживляющие снадобья были всегда актуальны. Есть вполне реальные животные, и мы понимаем, всегда понимали якобы, что имеется в виду. В частности, Delphinus gangeticus, вот, которым пугают маленьких детей. Вот как мы пугаем волчком. Тут все достаточно прозрачно. А есть рогатая и мохнатая.
Шарабха. То есть кабана и льва в Махабхарате с крыльями. То есть легче не стало. В какой части какая помесь, не очевидно. Владимир Юрьевич указал, что в Аштангахрудай Самхите тоже встречается, в частности, в комментарии Чакрапани. Это мифическое животное. То есть тут уже получается изначально и очень давно непонятно, что имеется в виду. Шарабха есть, а внятного комментария пока я еще не встречал. Татьяна Яковлевна в своем переводе от Карваведы переводит его как «дикий олень» и добавляет вопросительный знак. А в лесной книге просто шарабха с восьми ногами. То есть не поясняется, какой такой шарабха. И в примечаниях Татьяна Яковлевна дает отсылку на Майерхофера и на вполне правдоподобную этимологию этого слова, которое восходит к шрнга-рог, то есть нечто рогатое. То есть этимология есть, а что оно означает, мы не понимаем. С гусями-лебедями история тоже достаточно запутанная. В одной книге Рамаяны, в пятой, в примечаниях это одна птица, в примечаниях к шестому тому это другая птица. Пойди разберись. Вот. Гусь это лебедь или кто-то еще. Орнитология, значит, моя страсть к орнитологии началась, когда мне было лет, наверное, 10. Я следил за птицами, и, собственно, недавно я выпустил книгу по орнитологии, я переиздал книгу «Начальная санскритская хрестоматия со словарем». На самом деле, это книга по орнитологии, потому что третья глава как раз Хитопадеши посвящена войне птиц. И, соответственно, страсть к птицам, видимо, у меня была заложена изначально. Значит, ученики, скажем так, в Москве, которые изучают санскрит, они частенько сталкиваются с учебником санскрита Веры Александровны Кочергиной. И там тоже есть несколько птиц. В частности, птица чатака. В старых изданиях это было просто название птицы. Теперь он стал воробьем. Вот. И что интересно, что пословица «Не сули журавля в небе, дай синицу в руки», она будет перекликаться с другим разделом моего доклада. То есть на самом деле иногда синицу путают с журавлем, то есть маленькую или среднего размера птицу с птицей достаточно крупной. Вторая птица, которая встречается в учебнике Александровны, это чакравак. То есть на самом деле она указывает, что это красноватый гусь, и, собственно, ученик спрашивает, как он, недостаточно красный, или что с ним такое случилось, с этим гусем. Ну, в других источниках, собственно, красная утка. И вот ученики начинают этимологизировать. И задают себе вопрос в стиле «воробей – это бейвара?» И «чакравака – это нечто круглое, что катится?» И получается смешно, но не очень понятно, что это за птица. И на самом деле, ну, конечно, в рамках учебника ответа на этот вопрос нет, но священная птица угорь, по-моему, достаточно нарядно, ярко и запоминающаяся, чтобы ее... Ну, как бы представить в виде картинки, да, то есть, чтобы эти слова что-то все-таки представляли, то есть, чтобы была какая-то картинка за ними. Итак, я приближаюсь к лотусам. Значит, есть три примера индийских нереалий, которые я хочу рассмотреть. Пушкара – голубой лотус, краунча – вид кроншнепа и эни – самка антилопы. Есть они или нет их? Итак, голубой лотус. На самом деле никакой не лотус, а кувшинка с наркотическим эффектом. Вот. Значит, впервые в 1913 году я нашел, что составитель дополнения к петербургским словарям приводит классификацию разных лотусов, основываясь на словаре, соответственно, на словаре Бетлинга и Рота. И у него в списке, значит, красных, белых и голубых лотусов. Это еще в 1913 году. К 1950 году это недоразумение благополучно разрешилось, но на самом деле об этом не все знают.
И в 2002 году вышла статья, собственно, которая меня и привлекла мой интерес. Вот почему я стал... Мне интересно найти в словарях какие-то нестыковки, какие-то вещи, которые спустя 150-170 лет все-таки требуют какой-то поправки. И тут говорится, что с точки зрения ботаники нет никаких проблем. Но для поэтов нет разницы. Для них важно, в какое время суток расцветает, раскрывается лотос, им все равно, какой вид имеется в виду. Другая часть вопроса – это мифология, связанная с листьями лотоса. Этого вопроса я не касаюсь. Итак, кувшинка голубая. Путает не только кувшинку и лотос. Путает, как заметил Александр Михайлович, и баньян, и ашватху. Путают не только у нас, путают в Индии, в том числе в текстах. То есть это фикусовые, но разные. Соответственно, путаем не только мы. Есть надежный справочник на немецком, о котором мне рассказал Эдгар Зигфридович. Значит, справочник – это диссертация 90-го года. Здесь уже голубых лотосов нету. В нашем бестиарии следующая клетка – это серый журавль. Достаточно величественное и крупное животное. Но каким-то странным образом в словарях, и я не знаю, кто начал и кто был первым, но уже у Бёртлинга указано, что кранча – это якобы брахфогель, то есть кранчнеп. И то ли следуя этому словарю, нашему, скажем так, основному санскритскому, санскритско-немецкому словарю, то ли я не знаю почему, Гринцер берет кранча в толковании именно кранчнепа. Хотя в академическом переводе Ромайна на английский язык в издании Голдмана совершенно однозначно говорится о Eastern Common Crane, то есть о журавлях. Вот. Я решил спросить индийских пандитов, может быть, есть какой-нибудь словарь, справочник, о котором я не знаю. И они посоветовали мне составленный в 1975 году Zoological Sanskrit English Dictionary, в котором я нашел, что кранча, оказывается, это все тот же curly и osprey, против которых, собственно, я и выступаю, потому что я с этой точки зрения не согласен. То есть, получается, в Индии часто при переиздании словарей, в частности, и пунский энциклопедический словарь, для его составления не привлекается вторичная литература. То есть то, что сказано в каком-то словаре, например, в Моне Вильямсе 99-го года, оно не оспаривается, оно не пересматривается, оно берется как есть. То есть нету учета вторичной литературы. При составлении самого крупного санскритского словаря в мире, в Пуне, нету учета вторичной литературы. То есть все эти ошибки кочуют вот в таком виде, как они появились у Бёртлинга изначально, а потом у Моне перекочевали так, они и продолжают путешествовать. Что сказано в самой Рамаяне об этих птицах кранчи, чтобы понять, может быть, все-таки это не журавли. А сказано о них следующее. Они образуют неразлучную пару, пара сладкоголосых птиц, резящихся в лесу, с темно-красной головкой. Вот. Я перечитал описание всех кранчнепов, которые я смог найти, и под это описание не подходит ни один, потому что кранчнеп птица маленькая, а журавль – это одна из самых крупных птиц, вообще нам известных. Вот. И тогда я обратился к справочнику Birds in Sanskrit Literature, и там говорится, что это однозначно, совершенно ошибочно, что никакой это не кранчнеп и бекас, вот, и что якобы источником этой ошибки служит Vedic Index of Names and Subjects 1912 года. Хотя на самом деле за 60 лет до этого эта ошибка уже нам известно. Значит, и есть разные способы верифицировать наше предположение о том, что это именно журавль, в частности, обратиться к Амаракоши
И есть изумительное немецкое издание о Маракоши, об обработке немецкого индолога Пейера. И там тоже, в общем-то, не стоит слово «vielleicht». Все достаточно прозрачно. Итак, третье животное, о котором я хочу поговорить, значит, это антилопы. Когда я в детстве смотрел мультфильм «Золотая антилопа», у меня сложилось впечатление, что антилопа – это нечто достаточно крупное, возможно, рогатое, но, в общем, в любом случае, не карманное. Вот. А опережая события, скажу, ну, то есть я себе так представлял антилопу. Да, но почему я задал с этим вопросом? Когда я издал перевод Эмино, Санхи в санскрите, то на 33-й странице там приводится, собственно говоря, Эни, самка антилопы. И мне стало интересно, что же такое можно сделать из самки антилопы? На какое изделие хватит из нее материалов? И я стал искать, и вот что я нашел. Макдональд Газель, Бёртлинг достаточно точно, в отличие от прошлого раза, когда он ошибся с Краунчей, говорит «Antilopen Art Schwarz und mit kurzen Beinen», то есть черная разновидность антилопы с короткими ногами, Моневириумс добавляет глаза как блюдца. На самом деле достаточно метко. Встречается эта антилопа еще в Атхарваведе, и Татьяна Яковлевна переводит ее как «дикая антилопа». С чем, пожалуй, я не согласен, потому что я склоняюсь к тому, что это животное гораздо более скромных размеров, размеров чихуахуа, нежели антилопы. И что имеется в виду животное, которое называется пятнистый олененок. Пятнистый олененок, канчиль или мемин, то есть с антилопой женского рода Эмино, Иван Нотена, я, пожалуй, не согласен. Еще я забыл сказать, что когда я получил статью Ван Нотена «A botanical approach in, to linguistic reconstruction», я, собственно, и задумался о том, как же интересно, что помимо двухтомника Гамкрелидзе Иванова можно рассматривать... можно восстанавливать смыслы слов, значение слов, опираясь на какие-то ареалы распространения тех или иных, например, деревьев, как это делает Ван Нотен в работе 60-го года. И получается, что весьма немножко разные животные. Вот. И, конечно, можно сказать, что это тоже антилопа, но тогда карманная. Вот, то есть я не согласен с тем, что это просто антилопа. То есть получается, мы достаточно, по крайней мере, я плохо представляю себе флору и фауну Древней Индии. И моя попытка – это не найти ошибки, а понять, кто когда-либо высказывался по этому поводу, чтобы представить себе, что это на самом деле за животное. Соответственно, шкуры разные для разных людей. Да, то есть шкуры для все разновидности антилоп не годятся для того, чтобы изготовить шкуру. И это напоминает нам классификацию Рудракш по Олегу Николаевичу Ерченкову, когда черная размером с горошину считается худшей, а белая, крупная, она лучшая. То есть получается разные изделия для разных сословий. И так, видимо, и с шкурами. Слева мы видим шкуру более крупной антилопы, а справа нашего пятнистого олененка. Собакам повезло больше, им посвящена отдельная книга. Спасибо за внимание. Спасибо. Пожалуйста, вопросы, замечания, реплики, пожелания. Да, я подтвердить хочу, когда отделяли серого журавля от куликов. Вообще, это общее семейство, сообщество болотных маленьких птиц, куликов. Они крошечные, на длинных ногах и с длинным носом.
у них максимальный вес, например, у бекаса, ну, где-то было 200 грамм. В основном спортивная стрельба идет по ним, это очень трудно в них попасть, особенно на тяге, когда они идут. То правильно, да, кулик это маленький круг, на журавле, извините, он может быть в размахе там, до 2 метров. Все, да? Спасибо. Еще вопросы? В Zoom есть у кого-нибудь вопросы? Пожалуйста, да. Да. Эдгар Лейтон, Вена, Дрезден. У меня, скорее, небольшое замечание. Я думаю, ну, все эти нюансы, на самом деле, очень интересны. Я прямо сейчас с удовольствием прослушал. Ну, я думаю, может быть, не всегда есть смысл или... Да, не всегда можно ожидать вот точную возможность, точной атрибуции, будь то ботанической или зоологической, вот тех или иных животных, поскольку понятное дело, что я думаю, что в быту, как среди поэтов, так и среди обычных людей, часто бывает путаница или смешение разных видов или даже родов чем-то похожим. Чем-то похожих между собой, так я думаю, что вот и название там, допустим, ну, понятное дело, что нелюмбо это лотос, ну, вот, и что синий лотос это вот из того же рода, ну, такого бытового просто узуса, да, поэтому, с одной стороны, это, конечно, очень здорово, вот, попытки действительно все-таки докопаться, что имелось в виду, а с другой стороны, я думаю, так слегка сомневаюсь, можно ли это всегда и стоит ли это всегда делать. Но я имею в виду, вот, например, при наших, скажем так, рабочих переводах каких-то текстов или комментариев. Я думаю, иногда это просто вот нерешаемый до конца вопрос. Хотя вот насчет кроншнепа и краунча это, наверное, важно, да, поскольку мы об этом как раз с Мартисом Юрьевичем говорили. Я не уверен, что мы можем докопаться всегда, но я не готов сдать попытки. То есть я считаю, что нужно собрать то, что уже известно о тех словарных статьях того же Бёрдлинга и давать их в виде неких каких-то врезок, возможно. То есть мое намерение исключительно лексикографическое, то есть попытаться не то чтобы обновить словари, а хотя бы добавить некоторую сноску, что, возможно, тут есть и другое толкование. Да. Спасибо, Мартис. Это действительно совершенно отдельная задача. И я согласна, что к переводам она имеет косвенное все-таки отношение. Еще вопросы? Был вопрос еще. Есть еще вопросы? У меня маленькая просьба. Пожалуйста. Просьба, я не успела совершенно записать вот последнюю статью, например, про собак. Где-то еще была статья про лотосы. Из всех проблем в жизни эта проблема наименьшая. Слушаю ваш вопрос. Ну, нет, это не вопрос, а просьба просто. Да, конечно. Прислать название этой статьи, где название собачек и обсуждаются. Это монография, это небольшая монография. Статья, книжка, несколько десятков страниц. Вопрос. По-моему, она даже висит где-то в... Она есть в интернете, ее можно найти, эту книгу. Боле, going to the dogs. Да. Между прочим, статья о собаках есть у нас с Ярославом Владимировичем в одном из бестиарий, в одном из выпусков бестиарий. Вопросы. Леонид Куликов, мне кажется, хочет задать вопрос. Пожалуйста. У меня, собственно, одно совсем короткое замечание. Вот тут мимоходом было сказано, что мы путаем иногда ощватку и баньян. Ну, уж если стремиться быть максимально точным, биологически или зоологически, или ботанически, то, строго говоря, баньян – это не вид растения, это форма произрастания, которые связаны вот с определенным, ну, как мы все знаем, спусканием корней с веток. Действительно, в такой форме произрастает чаще всего бенгальский фикус, фикус бенгаленсис, который не вполне точно называют часто баньяном. Я как раз вот недавно своим студентам рассказывал про
в связи с чтением Адхара Веды и заговора против Гандаров и Апсар, про вот, вот эти растения в особенности. Но вообще говоря, баньян это не вид растения. Но это цитата, Александр Михайлович имеет право баньян назвать баньяном. Это действительно разговорное название, так сказать, бытовое, часто говорят баньян три, баньяновое дерево. Бытовое, да, получается, есть какой-то бытовой уровень, да, где что-то допускается. Но получается, я говорю о лексикографии, и здесь хотелось бы хотя бы отметить, что есть сомнения по этому поводу. Понятно, нет. И даже Монер Вильямс в своем словаре обычно дает латинские названия. Отдельный вопрос, насколько точна атрибуция, которую он предлагает. Но в принципе, это в общем-то... Ну вот, собственно, перелинковка Монер Вильямса и его ботанических атрибуций – это задача этого года. Растения с, скажем так, с какой-то базой данных растений, да. Естественно, и иногда это требует какой-то даже, в общем, достаточно серьезной филологической работы, поскольку речь шла об антилопах, я вот просто в качестве примера хотел упомянуть, традиционно есть такая редкая форма пищи, которая встречается один раз в Адхарведе, один раз в Ригведе, которую традиционно переводят как антилопа. Еще одна антилопа, скорее всего, пятнистая. Просто-напросто вслед за Саиной, который ее толкует в комментарии как руру. Это, безусловно, пятнистая антилопа. Побольше, чем вот та, о которой вы говорили. Вот. Но на самом деле, по-видимому, как выясняется по контекстам и по после тщательного изучения вот этих двух пассажей, это вовсе даже не антилопа, а что-то вроде либо гепарда, либо леопарда. Тут на самом деле просто произошла ошибка очень ранняя. И это, кстати, отмечали многие переводчики этих, в частности, Ригведы, вот этого пассажа, что с этим пищей много неясностей. Но традиционно ее переводят как антилопа. А, как видите, тут, в общем, даже не то чтобы разные разновидности, а совершенно другой зверь, скорее всего, упоминается. А так вообще, конечно, задача... Моя мечта заключается в том, что мы соберем каталог таких вот замечаний и внедрим их в кёльнские словари хотя бы как сноску. Это вполне решаемая задача, если мы каждый по себе не будем пытаться решать ее отдельно. То есть я призываю вас присылать ваши замечания, потому что я прошелся по верхам по совершенно случайным каким-то моментам, которые просто мне запали в душу. И, Мать, да, что... Мартус Юрьевич, да, у меня какое у меня соображение. Ну, мне кажется, что не все, что вы перечислили, можно называть ошибкой. Тот же голубой лотос – это просто бытовое употребление. Так же, как, например, существует панда, которые так и называются пандами, и большая панда, и малая панда. Которые вообще совершенно разные животные. Да, одно относится к медвежьим, а другое к пандовым, собственно. И настоящая панда – это не большая панда, а красная панда малая, которую представляем мы себе, когда слышим слово панда, как раз большую обычно. Вот, то есть, обычные названия сформировались раньше современной номенклатуры, и это вопрос совершенно не к словарям, не к ошибкам словоупотребления, это вопрос к биологической номенклатуре современной и более старой, да, это... такой пример, да? Номенклатуру мне не исправить, ни старую, ни новую, а вот соотнести в рамках словаря ее вполне задача. Соотнести можно, решаем. Вот, то есть речь о различии биологической номенклатуры и какого-то традиционного словоупотребления. Вот, но это не стоит называть ошибкой, так же, как и... вчерашняя моя история про мандарин. Я говорю, что просто голубых лотосов нету. Голубых лотосов нету. Это не ошибка. Их просто не существует, в смысле. Ошибка это или нет, это другой вопрос уже. В биологическом смысле не существует, а в бытовом смысле это вполне уже сложившееся слово. В бытовом смысле всякая чепуха существует, на заборе тоже написано, тоже существует. Это разные уровни. Я о том, что меня интересует соотношение. Это так же, как есть шастрия,
значит, и Лаукика про йога, так сказать. Ну хорошо, давайте панду большую называть как-нибудь по-другому, то не станет. Да, рыбы и животные. В лесу жили рыбы, птицы и животные. Ну, или там в какой-то стране и животные. Да? Это же тоже, ну, мы как бы говорим, что это вот с биологической точки зрения неправильно, конечно, но вот так говорят. Да? Это вот узус. Ну, да. Лаукика узус. Вот. Ну, то есть можно, конечно, панду перестать называть пандой и называть ее бамбуковым медведем только исключительно, да? И это будет... с биологической точки зрения лучше, но мы так просто узус не изменим. И мы все себе представляем панду именно вот как вот эту черно-белую зверюшку, да, символ Китая, в общем-то. Вот. Но хорошо, что панд в санскритской литературе я не припомню, поэтому... Панду. Ну, там я думаю, много такого. Панда – это просто самый известный такой случай, да? Я понимаю, да, но... Есть, мне... панди-то есть, очевидно. Панди. Да, есть. Вот, и, ну, что касается, например, мандаринов, то, что я рассказывала, опять же, я не могу сказать, что там в словарях и в исследованиях 19 века... трактовка сантры как a kind of orange – это ошибка. Это не совсем, ну, скажем так... orange, во-первых, хотя бы намек, что это не именно orange, это a kind of. А здесь иногда a kind of опускается и просто говорится orange. Ну да, верно. Это некоторая неточность. Но дело в том, что тогда в номенклатуре ботанической цитрус ретикулата просто не существовал. Это понятно, нет, это понятно, что у нас проблема, разрыв в номенклатуре, я понимаю, но мы это они не могли даже ничем это назвать. Ну да. Да, они не могли это назвать, но просто, так мы сейчас пользуемся словарями, которые не обновятся в ближайшие 200 лет. Никто не составит словарь больше Бёртлинговского. Никогда. И, соответственно, он будет всегда, и, соответственно, нет необходимости мириться с этим обстоятельством, что вот он... Ну, почему? Может быть, лет через 100 закончено, наконец, никогда, чтобы в поле закончили словарь, уйдет 2800 лет. Нет, не при нашей жизни, и даже не при жизни моих внуков. Кстати, вопрос о создании современной биологической, в широком смысле, номенклатуры на санскрите, он довольно интересен. Он, конечно, как сказать, выходит за рамки вот конкретного обсуждения. Ну вот как отличить один вид от другого и вообще, так сказать, если санскрит, там, дайвивак, вот и его, так сказать, проектум адуникельпе в современном мире, то надо думать и об этом. Ну вот, и интересно. Еще есть такой момент, что, может быть, не всегда имеет смысл, да, связывать там какую-нибудь макару с реальным гангским дельфином, или, ну, это я для примера, да, вот, потому что, например, мне как-то раз информантка выдала в качестве обозначение самки попугая, ну, то есть попугай то-то, а самка попугая майна внезапно, то есть это индийский скворец, да, вот довольно часто такая птичка в Индии ее, вот. Откуда это взялось, почему? И это, конечно, ну, это не самка попугая, это литературно-фольклорный мотив о любви Тоты и Майны. Вот, попугая и вот этой вот, значит, Майны. И, ну, не очень понятно, сколько есть смысла вообще это как-то соотносить с реальными птицами. Я, кстати, хотел вот к тому, что сказал Эдгар, совершенно с ним согласен, потому что очень часто за тем термином, который мы встречаем в тексте, скорее всего, в любом случае не стоит точного биологического вида,
Вот есть известный, скажем, заговор в Атхарваведе с растением трайкакуда, которое, про которое известно, что оно произрастает вроде бы на каких-то там пиках. Это от трикакуд, от какой-то трехпиковой вершины где-то в Гималаях. И дальше начинается атрибуция, основанная на тем, что может расти на склонах вот этих северо-западных Гималаев и по ее лечебным свойствам. И там упоминается трава кушка, которая чуть лучше нам известна, и еще несколько с полдюжины кандидатов. Но очень возможно, что автор вообще не имел в виду никакого конкретного растения, говоря об этом трайкакуде. Это был некоторый собирательный образ. Возможно, в какой-то момент использовалась одна трава, в какой-то другая, а в некоторый момент для изготовления этой мази целебной вообще бралась смесь из нескольких трав. И, в общем, тут мы не можем продвинуться дальше, чем на самом деле. Все-таки они были непрофессиональными ботаниками с линеевским, с линеевской картиной в голове. Естественно, не нужно... Существенный недостаток, отсутствие картины. Просто мне так хочется картинку представить, хотя бы какую-то. Это птичка маленькая или это лось? Хотя бы в таких... измерения. Ну да, ну вот с точки зрения картинки, лотосами называется то, что цветет днем, а лилиями то, что цветет ночью. Да, и Линней тут ни при чем, он тут не ночевал. Ну, с точки зрения поэтики санскритской, именно это важно. Да, важен не вид, а функция или какие-то определенные манифестации данного. Ну да, причем функция именно в поэтике, в рамках поэтического канона. Ее может входить действительно несколько видов в реальности, так что вот дальше уже... Ну, собственно, о чем и говорит Шмидт в моей статье 13 года, что поэты подгоняют по функциям эти самые растения, все равно, что за ним стоит. В общем, да, часто ничего и не стоит. Такие гарбопатра, она используется, как мне профессор Сурендра Моган сказал, мегадута, на котором, на белом листике, на котором любовники вот царапывают свои тайные любовные послания. Как мило. Хочется сказать, говоря о, скажем так, растениях-фантомах, было не упомянуто, по-моему, сома, ее атрибуция. Вот. Намеренно. Которая вызывает огромное количество гипотез, что это такое. А растение очень важное. Вот. От эфедры до мухоморов и каннабиса. Вышла книга Мэтью Кларка недавно, пару лет назад. Это британский коллега, он иногда преподает в Суасе. Кстати говоря, его одним из доктор Фада был Пятигорский. Я его хорошо знаю с Мэтью. И вот вышла недавно книга, где он, антропологически, он вообще индолог, но он там как-то вот сравнивает с чем-то мезоамериканским, в общем, с пиотлем и всеми прочими вещами. И он, доказывает, что вот он уверен, что он произвел атрибуцию, что говорит, что это смесь какая-то, по-моему, двух или трех компонентов. Mm-hmm. Эта книжка, она есть, и меня ее до сих пор не купил. Моя все-таки рабочая гипотеза, что это все-таки эфедра, но вымершая. Один из вымерших ее подвидов. Да, но они же сейчас, сейчас в 70-е, кажется, годы, да, когда Сталь организовал Агни Чая, но они же там тоже сому довели. Вот я, правда, не читал, что они там под сомой подразумевали. Федру. Федру, да. Это, наверное, последний был Шраута-ритуал, наверное, в современном мире, если еще спонсоров богатых не найдется. Ну, вы уверены, что он пишет эфедру, потому что вообще в ведических обрядах давят отнюдь не эфедру, там эфедры нет, и вообще использование растения зависит от того, в каких географических условиях этот обряд проводится, что под рукой есть, то и давят.
Они могли, перемещаясь из одного места в другое, конечно, и менять растения. Это, в общем-то, предлагалось давно, что когда они ушли из тех мест, где была эфедра, они ее заменили чем-то. Тут, как говорится, ничего не поделаешь. Так что это... Как и сейчас, да. Естественно, конечно. Про сому, если кого-то интересует, но это чисто такая текстологическая работа. Томас Оберлист, это второй том. Второй том, такой более, гораздо более тонкий том. Первый, он раза в три толще. Это называется «Religion des Rigveda», «Религия Ригведы». Вторая часть «Compositionsanalyse der Soma-Hymnen des Rigveda». Композиционный анализ гимнов, посвященных Соме в Ригведе. Вот. Ну, там в основном, ну, там огромное количество информации, как в немецких, как сказать, трудах положено очень много сносок, больше половины страницы занимающих. Да, очень, ну, если кто вот по-немецки понимает, то очень советую, если кто-то Сомой интересуется. Да. Что вы, Леонид, думаете по поводу, ну, вы же наверняка знаете. Нет, ну, что скрывается за Сомой, это вопрос, конечно, не на 5 минут, а так можно, конечно, пробовать разные галлюциногены и смотреть, что ближе подходит под описание. Можно ли будет Ригведу что-то такое потом снова сочинить? Ну, я думаю, что мы все равно останемся, в общем, при своих, что это, скорее всего, действительно несколько в разные периоды было кандидатов. Да, про мухоморы там, кажется, тоже кто-то про говорит. Да, это Вотсоновская теория знаменитая, конечно. Может быть, в какой-то момент они, по крайней мере, использовали, в общем-то, что по действию они прекрасно подходят под это описание. Когда вот это вот знаменитое, то, что всегда цитируют, когда принимающий этот галлюциноген человек чувствует себя вырастающим в гиганта, вот это вот то, что все цитируют, а дальше уже начинается проверка, значит, как действуют вот известные нам эти галлюциногены. Подходит это под сом или нет? Таком Может случае? Быть, это сахасрафивша, пуруша, сахасакша, сахасрапат. Вот это вот. Да, да, так что... А много ли получается в Адхаре видит растений, о которых мы вообще на самом деле ничего не знаем? То есть вот называется, то есть это десятки, это единицы, это сотни. Эти медицинские растения, как раз когда я вот занимался адхароведой, таких полно. Про какие-то есть некоторые атрибуции, но даже я как раз часто затрудняюсь ответить на вопрос, почему именно так решил, допустим, Мунир Вильямс, когда он дает точное латинское название, какой-нибудь там аратаки, который используется для того, чтобы прогнать гандаров и апсар. Оно прогоняет вроде бы запахом, потому что гандаровы, они, ну, это вторичная этимологизация, очевидно, гандха, они вонючие, значит, нужно прогонять их запахом. Вот. Ну, кто из растений пахнет, во-первых, здесь, естественно, тоже огромный выбор. А главное, почему именно вот та травка, а не эта, не знаю. Это все, скорее всего, основано на все-таки каких-то зачастую поздних комментариях. И сказать, что на самом деле скрывается за тем или иным растением, очень трудно. Может быть, следует говорить, что изначально скрывалось, потому что, наверное, мне кажется, а что уже живут в традиции своей собственной жизнью и, так сказать, создают за свою реальность. Да. Конечно. Да. Таких полно трав. Или вот там Гандар выкопал для Варуны травку, чтобы его потенцию вернуть. Что это была за трава? Вот. И опять-таки есть какое-то название, одно предлагается, но... Дальше мы можем уже, так сказать, смотреть. А там сам гиты, вот пайпалада отличается, или, в общем, от харваведа это примерно там все одинаково? Ну как, на треть примерно расходятся две рецензии. Ну да-да-да, нет, я имею в виду по содержанию, вот, допустим, да, натуралиен кунде. Есть полностью не пересекающиеся гимны, есть обстоятельные. Вот. Есть частично параллельные версии. Нет, там очень много всего. Тем более сейчас мы, в общем, уже хорошо понимаем, что пайпалада в целом аутентичнее. Она, видимо, ближе к некоторому гипотетическому прототипу. Поэтому сейчас ясно, конечно, что Щивнакию переводить без пайпалады, если есть параллельный текст, нельзя абсолютно. Она дает очень часто, иногда по мелочи, а иногда в серьезных вещах дает какие-то подсказки, которых мы раньше не имели, пока у нас не появилась вот гораздо более надежная версия пайпалады.
Хорошо бы, вот в Ориссе же, насколько я знаю, там какие-то, ну, по крайней мере, остатки живой традиции от Хорватии. Да, она есть даже, в общем, вполне себе живая, да, в нескольких там деревнях, ну, то, что вот нашел Батачарья. Да, этим, ну, наш, я не знаю, наверное, кто-то его еще знает, Садананда Дас, это в свое время занимался, преподаватель. Ну, там Урия, и он в Лейпциге, да. Да, первым был Батачарья, а потом уже началась уже туда... Уже началось паломничество, вот, когда особенно Батачарья долго сидел на своих рукописях, ничего не издавал, и уже, уже Вицл стал посылать своих постдоков и аспирантов тогда. И, ну, сейчас это все уже, так сказать, близится скорее, ну, не близится к завершению, но уже как бы перевал пройден, уже больше половины очень вполне надежный и достойный издан. Это именно Пайпалада там? Это именно Пайпалада, конечно, да, да.